Уважаемые зрители, канал ТВ Лайф начинает вещание в прямом эфире. Сегодня в Петербурге пройдет автопробег, посвященный канареечному автопробегу премьера Путина. Мы сейчас находимся в Купчино, вот здесь вот на Дунайском проспекте. Там вот милиция все заблокирована, там потом, наверное, покажем. Эвакуаторы стоят. Куча машин ДПС стоит, милиция ходит. А сами вот ребята, которые участники автопробега, они вот здесь. Здесь разговоры телевидения. Народ потихоньку собирается. То, что вы сказали, что там есть порядок распределения там средств, они, к сожалению, выделяются. То, что мешает им изменить этот порядок распределения средств, так что мы выделяли еще весной, и они приступали к ремонту весной. Вот смотрите, у нас... по сути дела, деньги... Я вам объясню, у нас, значит, вы знаете, да, у нас вот эти 8 миллиардов свалились на город, на ремонт дорог в начале июля. Дальше пошла вот эта вся процедура конкурса, тудым-сюдым, и вот этим мы имеем то, что мы имеем. А вот... Конечно, деньги они пришли из Москвы, там, да, и как бы уже там. Альтернативы не было. Вот не было альтернативы создать такую ситуацию, чтобы вот именно сейчас, да, в одном из этих, у нас сейчас по сегодняшний день, на сегодняшний день закрыто 118 адресов, и еще на 136 ограничено движение. Это ежедневная сводка идет, да, собираем информацию, причем не только от гостей, от Яндекс, у нас все свои. И что? И вот деньги они сейчас. Их не тратят? Их ждать следующего лета? Деньги тратить. Это не стадо, это сильные граждане страны. Тратить правительство от склада, которое гарантия не дали до 10 лет. Как минимум, что это на самом деле вот. Вот у Тигра есть там конкретное предложение, да, вот, ну там, продуманное, просчитанное, вот, альтернативу происходящего. Нужно организовать нормальное движение в городе, которого сейчас как бы нету. Вот даже наша многочисленная акция, которая здесь будет собираться, вот. И то, если вся милиция здесь находится, для чего? Пускай ее отрегулируют движение. Нет, это тоже проблема. Вот буквально 4 дня назад я ехал по Октябрьской набережной. Вот.